как любой работник завода. Я работник завода, получил пропуск. Низкоприпортовый завод. У меня есть акции. Что творится на моем заводе? Как это отразится на моей прибыли как акционера? Жизнь покажет. Подождите, вы нарушаете? Рискуете моими деньгами? Моей прибылью? Я... Вы ночью врываетесь на мой славный завод, который имеет славную историю имени ленинского комсомола, всегда заслуженный, был уважаемый. Завтра приезжайте в прокуратуру, мы вам все зададим. А вы в понедельник не могли как-то устроить встречу, мы бы вас встретили. А вы в понедельник приезжайте к нам, мы вас хотя бы со дня. Мы на работу. Почему в понедельник в 8 утра вам не явиться? Почему ночью? Почему все действия, какие-то темные силы происходят ночью? Почему не вас бы туда в АТО отправить. Между прочим, могу показать удостоверение АТО. Я честно заработал свое право. Ганьба. Свое право жить в этом городе мирно и спокойно. Не всех дадим. Мы же не мешаем вам жить. Вот мешаете. Чем? Расскажите мне, чем мы мешаем. Я вернулся месяц назад с АТО, приехал работать, и тут ночью какие-то люди, которые здесь никогда в жизни не были. Я 20 лет отработал на этом заводе. Ну, кто а вы что такие? Что мы нарушили, что вы... Почему вы явились ночью? Огласите список, в честь чего вы здесь? Кто вообще такие? Этот документ показан был, и с ним ознакомлено было руководство завода. А я акционер, я имею право, я выше, чем руководство завода, между прочим. Ходите к людям! Я акционер. А что вы боитесь? Что вы спрятались за... Я не спрятался, А на лекции... Общайтесь с людьми, как если... А вы что, хотите... Что? Да, у вас много у людей есть вопросы. Почему днем не делать? Почему днем в этой делать? Почему по ночам? Почему темные силы действуют по ночам? Пожалуйста, зачитайте. Уважаемый, спрячьте вот это удостоверение. Я домохатель, что вы депутат Южненской Рады. Я прошу вас, ответьте на свой вопрос. Мы выполняем... Вы покажите хотя бы свои моего вопроса, что за действие вы выполняли. Зачитайте. Зачитайте. Еще много упал, это суд выдает. Да. А прокуратура выполняет только по ночам. Да. Да. И ну почему вы сейчас вечером приезжаете и это начинаете делать? Это будет взятие бюллетней тоже ночью. Когда выполнять эти следственные действия? А когда деньги воруются с завода у государства чиновниками высшего рода? А днем они не Установлено же решением суда то, что украли деньги или не установлено? А почему это решение суда установлено? Установило? Да. Уже установил? Да. А чем закончилось, кстати, бюллетни и там еще уголовная оборона? Все следствие установило хищение денежных средств. Какая точная сумма будет озвучена позже? Можете зачитать решение суда, на основании которого? Я не хочу зачитать, вы можете снять. Давайте мы его снимем. У кого есть фотографии? Пожалуйста. Скажите, по поводу чего это решение суда? По поводу обыска сейчас на заводе? Да. Это санкционированный обыск. Заказчик, Агатя Носов, заказчик. А кто просил за действительное? А Носов. А какой судья решение выносил? Он хоть действительный? Действительно, реально. Еще раз первую страничку не сфотографируйте. Адвоката наймите, он вам все объяснит. Да, Пожалуйста. Будьте добры, все-таки своим языком. Рейдерского захвата завода нет. Проводится полностью. Неотложные следственные действия. Ребят, это балаган. У вас есть конкретные вопросы? Да. Какие? Неотложные следственные действия. Я вам ответил. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и какая должность у вас.